находился 20.09.2021 года на смене по адресу Дзержинского, 10, занимались оформлением ДТП. Здесь в кабинет вдруг забежал очевидец, сообщил то, что рядом с университетом слышна стрельба, прямо стреляется. После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание, также была слышна стрельба. После чего напарник занялся, организовал эвакуацию людей. Так, я побежал к главному входу, спросил также очевидца, где слышна стрельба, они сказали, на втором этаже. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам, окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, и после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.